В Израиле отметили праздник Тубиав, или 15 Ава, который считается в еврейской традиции Днем Любви. Главными героями вечера в Кирьят-Яме стали новые репатрианты из стран бывшего СССР. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Ко Дню Любви вице-мэр города Кирьят-Ям Адам Амилов приготовил для жителей подарок. Исполнил для них свою собственную песню «Синяя птица». Оду ностальгии и любви к своей первой родине, Азербайджану, Адам написал почти 30 лет назад. Репатрировался он в 90-е. Чтобы и другие новые израильтяне тоже чувствовали себя на исторической родине как дома, Амилов устраивает специально для них праздники. И уже израильтяне привыкли, что знают уже, что такое Новый год. И уже знают, что такое 8 марта, и уже знают, благодаря нам, да, выходцам бывшего Советского Союза, и знают, что такое 9 мая. У праздника Тубиав есть интерпретация сезонная. В этот день традиционно собирали виноград в Иерусалиме. И романтическая. Во времена второго храма 15 ава девушки одевались в белое и водили хороводы в виноградниках. А юноши присматривали себе невесту из их числа. Танцевать нужно было в платье, взятом взаймы, и без украшений. Так будущим невестам удавалось уравнять свои шансы на то, чтобы их выбрали за красоту. И внешнюю, и душевную, а не богатство их родителей. Хотела бы пожелать тем людям, которые приезжают сюда, в Израиль, чтобы они не боялись, чтобы они были открытыми, чтобы они без страха приезжали к нам сюда. И те, которые приехали, тоже не боялись того, что ждет их в будущем. Потому что я на своем опыте знаю, что Израиль он всегда поддерживает. И все то, что происходит рядышком, всегда находятся те люди, которые протянут руку помощи. Дата Тубиав – это символ единения евреев, день сватовства и заключения помолвок. Романтический вечер для жителей города Кирьят-Ям организовали муниципалитет и отдел абсорбции.